Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на сумеречный лес для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этого мода в вашем Майнкрафте появляется настоящий сумеречный лес, и если кто-то не знает, то это порт оригинального мода с ПК-версии Майнкрафта. И чтобы построить портал в этот сумеречный лес, вам понадобится два разных цветка, ну и конечно скопать яму в 4 блока. Ну вот так, и после чего вы ставите совершенно разные цветочки. Да, вам нужно взять свой желтый и красный цветочек, друзья, и после чего вы вставляете прямо так, как у меня сейчас на моем Майнкрафте, друзья. И что ж, теперь просто заливайте туда целиком 4 ведра воды. Ну и что делать дальше, спросите вы? Но это я покажу маленько позже. Ну дальше мы перейдем к вещам, которые добавляет мод. А мод добавляет вот такой классный меч. Да, очень классный меч. Добавляет чашку кофе, которую вы можете выпить в режиме выживания. Но сейчас мы пить не можем. А также добавляет несколько видов классных кирок, друзья. Это очень классный мод, который мне сразу понравился. Потому что в него я играл на ПК. Но также в этом моде есть большая куча разной брони. И да, друзья, это порт всего лишь на 40%. То есть мод сделан на 40%. Еще 60% осталось портировать мода. Но как видите, здесь очень много уже вещей, которые у нас и есть в нашем сумеречном лесу на ПК версии Майнкрафта. Ну что ж, давайте отправимся к порталу. Чтобы до конца сделать портал, вам придется взять алмаз и выкинуть его вот в это озеро, после чего он пропадет и появится молния, и ваша вода превратится вот в такой портал, который напоминает маленько портал в ад. Но, друзья, это не портал в ад. Но, к сожалению, залезть мы туда не можем, потому что когда мы залазим туда, нам просто дают эффект тошноты, и все, друзья, и больше ничего. Ну что ж, вот такой классный мод был на сегодня. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.